Для того, чтобы краска ложилась хорошо и ровно, строители используют штукатурку. Наносят ее на стену выравнивающим слоем, а затем кладут цвет. Серые многоэтажки в прошлом, 9 домов на Московском шоссе до конца осени превратятся в яркие желто-оранжевые здания, которые радуют глаз. На сегодняшний день на объекте производится выравнивание стен, окраска. Окраска производится в соответствии с теми цветовыми решениями, которые нам представил город, управление главного архитектора. Мы выполняем все в точном соответствии с цветовыми гаммами, которые там были представлены нам. Ну, просто как бы, чтобы было, наверное, немножко повеселее. Жители таким переменам только рады. Раньше, говорят, в некоторых квартирах зимой было прохладно, да и сам внешний вид дома оставлял желать лучшего. А сейчас вот делают нам дом, облагораживают. Нам тоже очень нравится. Мы довольны, все довольны. И утепление у нас будет, и красят нам хорошо. Ребята стараются, которые делают. В общем, спасибо. Договор у подрядчиков с фондом капремонта до 30 ноября. Обещают даже закончить раньше срока, идут с опережением графика. Уже положили утепление, материалы используют самые новые и современные. При утеплении фасадов соблюдаются все нормы противопожарной безопасности, делаются противопожарные рассечки межэтажные и вокруг окон. При каких-то чрезвычайных ситуациях будет меньшая вероятность распространения огня. На этот год в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу запланирован ремонт 65 домов, которые находятся на пути гостевого маршрута в нескольких районах Самары. В ближайший месяц определятся с адресами на 2017 год. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.